В рамках 6-го международного форума по педагогическому образованию ИФТ-2020 состоялась панельная дискуссия с участием ректора КФУ Ильшата Гафурова. Он подытожил работу форума за прошедшие 10 дней. Более 3,5 уникальных пользователей было уже форума по ИФТ. При этом ранее в обычном режиме, как вы помните, имели возможность приезжать и участвовать в офлайн-режиме, так называемый, порядка 700 наших гостей. Фактически мы имеем 5-кратный рост сегодня посещаемости, что говорит о необходимости, может быть, сохранения элементов вот онлайн-формата и дальнейшем. На сегодняшний день уже сделаны многие ключевые доклады известными исследователями из ведущих университетов нашей страны, Великобритании, США, Ирландии, Австрии. Ключевыми темами стали переход всех педагогических вузов под ведомство Министерства просвещения, а также проблемы дистанционного обучения. Большинство спикеров сошлись во мнении, что полный переход на онлайн-форму обучения в том виде, в котором это есть сейчас, невозможен. Изначально мы планировали посвятить основное направление работы нашего форума – цифровизации. И примерно 60% докладов посвящены этой проблематике. То есть именно тому виду, направлению образовательной деятельности, которое стало чрезвычайно актуальным в последние месяцы для всех нас. К дискуссии присоединился и президент Российской академии образования Юрий Зинченко. Ну, какими бы ни были программы, какие бы ни были треки вхождения в учительство, наверное, самую главную компетентность и компетенцию, если это можно так будет назвать, и одновременно самую сложную, это умение любить детей, которыми ты занимаешься, которых ты учишь, это, наверное, самое важное качество, которое в процессе обучения должен присвоить себе каждый будущий учитель. Стоит отметить, что ИФТ стал единственным в своем роде крупнейшим форумом по педагогическому образованию в мире. На фоне того, что многие вузы мира отказались проводить подобные конференции, КФУ показал возможности иного подхода. С помощью площадки Microsoft Teams более 800 отечественных и зарубежных ученых из разных вузов Европы, России и Америки в течение 2 недель имеют возможность обмениваться опытом в сфере педагогического образования и делиться секретами методик преподавания. Лилия Талипова, Ленардо Вольтьяров, Виолетта Басова, Универньюз.